Bonjour, mon cher ami. Et aujourd'hui, on va faire des gaufres belges. Ну, а теперь по-русски. Сегодня мы будем делать бельгийские вафли. И для этого нам потребуется гораздо больше ингредиентов, чем для утки. Вроде бы рецепт простой, но посмотрите, сколько всего нам нужно для того, чтобы сделать. Кефир. Венчики. Растительное масло. Разрыхлитель или бейкинг паудер. Ванилин. Яйца. Сода. Ну и, конечно же, мука. Если у вас есть мерочные ложки, они очень помогут. Также нам нужны весы. Ну что, приступим? Первое, мы добавим муку. Муки нужно 210 грамм. Мы уже какое-то количество сюда насыпали. Смотри внимательно. Давай. Нет, это слишком много. Мы чуть-чуть уберем. Еще чуть-чуть уберем. О, 210 грамм. Я надеюсь, вы заценили мой фартук. Обычно я готовлю в этом. Но у нас всего два, и в этом готовит наша мама обычно. Ну, поехали. Значит, муку мы уже добавили. Теперь нам нужно добавить 2 чайные ложки разрыхлителя или baking powder. Это, ты добавляешь это. По чуть-чуть, по чуть-чуть. С этой стороны, Петя, с этой. Сыпь. Значит, что довольно важно. Это все сильно перемешивать, так, чтобы получилась совершенно однородная масса, не нужно. Его нужно просто размешать так, чтобы это тесто было довольно-таки воздушное. Если его перемешать сильно и превратить это в массу, в такую однородную, то вафли у вас будут дубовые и совершенно невкусные. Все. После этого этому всему нужно дать постоять где-то минут 10. Ну, тесто подошло, и можно приступать к самому классному. Вафельница у нас Breville, она, конечно, просто супер предназначена вообще для таких вещей. И самый первый сеттинг здесь именно Belgian. То есть это самый популярный рецепт, самая популярная вафля. У нас вот такой вот паломничек есть. Мы уже знаем, что одного четко достаточно на одну вафлю. Закрываем. Включается время 4:23, то есть 4:23 секунды, минуты 23 секунды, и вафля будет готова. Ну вот, вафельница пропищала. Посмотрим, что же у нас получилось. Ай, красота! Достаем. А, конечно, руками это лучше не делать, но... Не хочется поцарапать тефлон. Самое классное это есть вафли с мороженым, естественно. Мы всегда едим Häagen-Dazs, это единственное мороженое, которое продается у нас в Канаде, в котором ингредиенты можно читать, не зная химии. То есть все довольно-таки натуральное. Так, это мне. Это... Тебе, Петя. Ну что, попробуем? Ага. Так. На. А нужен мне нож? Не, мне нож не нужен. Я вот так сейчас буду. Ммм.
C'est magnifique, vraiment. Что? Слил ты нас, Петя, да? Мы не знаем французского с тобой вообще. И ты свою заученную фразу тоже, к сожалению, наверное, даже не знал, что там вообще было сказано. Знал. Разве знал? Ну, в общем, с вами были Лиси и Белабелиси. Всех с Новым годом. До свидания. Пока.